Если выйти из отеля и сразу после КПП, так будем называть, повернуть налево, хочу найти дельфинарий. Вот, красотка. Такси яркого цвета. Ой, какая красота. У меня нет слов, я такого не видела в жизни. Ну, это тоже ничего. Какой-то фильм ужасов напоминает. О, Киев, удивительно, почему он здесь. Повернуть налево. Лада. Семерка. Ну, дорога только в какую-то чащу ведет. А ведь не туда действительно пошла. Надо до дороги, а потом налево. Сейчас дойду на нее, почутче расскажу. Я же не понимаю, мне все по-испански говорит. Так, это туда. КПП наше, значит, направо. Еще одна такая красивая машина едет. В общем, можно выйти и сразу поймать такси любого цвета, красивого. Кабриолет или вот ретро такие машины 50-х годов. Заплатить $7-8 и вас в любом количестве человек довезут до города Варадеро. Выехали, человек 60 туристов. Ну что мне, в Варадеро ехать на белом? Такси лезть. Варадеро. How much? $10. Какая красавица. Very good. Как? Name? Как? Name как? Ослабин. Как? Ослабин. Ослабин. Угу. Ой. Угу. Ух ты. Мама дорогая. Я так думаю, пристегиваться не надо. А мне вот такая зона, какие косы. Только непередаваемое, что, ребят, у меня дух захватывает. Ну, нереально. И музыка, и машина.
у меня аж мурашки бегут. Я за город с Гранейром. Вообще не собиралась. Моя тачка. Но это что-то. Так, приехала на центральный парк. Все в 50-х годах. Все машины. Розовые кабриолеты. Так, рады. А куда идти? Машина сейчас будет проезжать, розовый кабриолет.